Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Под прошлым роликом мы собрали 1500 лайков. Давайте в этот раз побьем этот рекорд и в честь Нового года сделаем максимальное количество лайков. Поставь лайк на этот видос, и твой Новый год будет лучше предыдущего. Обязательно это сделай. Но если проигнорируешь, то, конечно, не будет. Поставь лайк, дружище. Я получил Mercedes Vito, но как его забрать? Всем привет, дорогие друзья. Это Hustle Online, а это комментарии ребят из прошлого видеоролика. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий и найти в этом ролике кодовое секретное слово. В общем, ребята, как вы помните, где-то 2-3 ролика назад я открывал кейсы, в которых мне выпал легендарный и очень редкий Mercedes Vito в Луи Виттоне. Но многие подписчики, в том частности и я, из-за того, что я давно не открывал различные кейсы после обновления, не знал, как получить награды. И это действительно такое бывает. Многие ребята мне и до этого писали, говорили: Личи, а что теперь делать? Как получить награду? Как мне вообще что-либо сделать? Ребята, в принципе, ничего сложного нету в том, чтобы получить и забрать все, что вы там повыигрывали из кейсов. Для этого нужно всего лишь-то написать очень интересную команду консольную в чат, и после чего вы получите все, что у вас есть. Для этого, ребята, в чатике нужно написать слэш, потом фв и вот так вот стор. Далее, ребята, у вас выпадает вот такая менюшечка «Мои награды». Тут видно все, что у меня есть. Есть парень в черном. Окей, давайте мы его забираем. Забрали. У вас, вы не можете, награда не может быть добавлена на аккаунт. У вас не осталось места в инвентаре. Чего? Ладно, придется место в инвентаре тогда чистить. Окей, давайте продолжим FV Store. Я ж надеюсь, смогу забрать свой Mercedes Vito. Окей, давайте нажмем на Mercedes Vito, забрать. Награда была добавлена. Так, опа, еще деньги тут 200 тысяч у нас есть. Чего? Бонус промокода? А, да, ребята, нужно, короче, чтобы деньги сразу получить, смотрите, что нужно сделать. В чатике пишите слэш меню, далее вот так вот вы заходите в меню игрока, тут ваш ник будет, бла-бла-бла, вы перелистываете вниз, и вот тут вот вкладка будет «Активировать код» внизу, в правом нижнем углу, вот эта вот вкладочка «Активировать код». Нажимаете на нее, и далее слева теперь вот тут укажите промокод, вот сюда пишите три буквы «Т», «О» и «П», вот так три буквы написали, топчик, просто топ, и нажали «Активировать код». Потом, ребята, заходим вот сюда, потом «FV Store», и вот тут уже забираете свою награду. Как видите, только что я забрал свои 200 миллионов. Потом еще вот бонус 2x 12 часов. Ребята, изи, просто от промокода топ. Все, тоже его вводим. И парень в черном я не получаю. Модник тоже я не смогу вряд ли его взять, потому что у меня нету реально места в инвентаре. А как я его вообще могу его очистить? Нужно тогда одежду вот эту вот выбросить, использовать износ или что-нибудь другое выбросить. Так, подождите, а если я хочу его оставить, украшение на шею, буксировочный трос, ремкомплект, аптечки, моторное масло, а я не могу его использовать или только продать? Ладно, мы с этими скинами потом разберемся в следующих роликах, что с ними делать. Теперь нам нужно узнать, где находится наш Mercedes Vito, потому что это тачка, которая мне нужна, и отметить транспорт на карте. Так, вы должны стоять рядом с транспортом. Эй, а как мне ее найти? Подождите, вставить ключи. А, вот, отметить транспорт. Так, все, отметка есть. Теперь нам нужно за ней лететь, ехать куда там. Я не представляю, где она будет находиться. Что-то я чувствую, что она далеко очень. Прям очень далеко находится. И, видимо, это где-то в другом городе даже, потому что это точно не тут. Далее, тут у нас шиномонтаж. Монтажка есть. Нет, в принципе, в городе. Я думаю, что это у нас на автосалоне будет средних тачек. Опа, какой-то чувак реально прям гонщик нелегальный. Так вот неаккуратно ехал. Ну ладно, теперь мы вот тут поворачиваем налево. И я так понимаю,
понимаю, тут где-то недалеко на автосалоне должна стоять наша Mercedes-Benz Vito. Легендарная тачка, которую я получил. Ну-ка, давайте, окей, заезжаем вот сюда. И где нам теперь ее искать? Опа-па-па-па, это моя тачка? Это мой Vito? Интересно, он у нас в Louis Vuitton идет или он у нас белый идет? В любом случае, это уже не важно, я все равно буду рад этому автомобилю. Так, ну-ка, открыть или закрыть транспорт, подождите, открыть или закрыть? Да, это мой Mercedes Vito. Ребята, представляете, что я за тачку бомбовскую выбил в игре? Я просто максимально в шоке. Честно говоря, это действительно тачка моей мечты, потому что я всегда раньше именно мечтал о Mercedes Vito, и чтобы у меня был именно вот такой вот транспорт. И посмотрите, какой маленький я рядом с этим большим автобусом Mercedes Vito. 6 миллионов или даже больше стоит эта тачка, но я, честно говоря, продавать ее пока что точно не собираюсь. Я на ней буду кататься, буду ее прокачивать и делать из нее вот прям тачку своей мечты, потому что, блин, чтобы попалась такая тачка в кейсе, нужно реально большое везение, и ты тоже можешь воспользоваться таким вот везением и взять просто и задонатить в игру и купить себе пару кейсов, чтобы забрать себе эту тачку. Поэтому, если что, ссылочка на Hustle Online будет в описании. Обязательно качайте и играйте. Это безумно интересная игра и лучшая GTA-шка с русской картой на андроиды, айфоны и там, не знаю, что-то еще. Потому что она идет абсолютно на любые устройства. Хоть у тебя Honor, хоть Samsung, хоть Huawei. Просто переходи по ссылочке в описании и качай абсолютно бесплатную и очень крутую игру Hustle Online себе на телефон. И нет разницы, что у тебя Android смартфон, там, не знаю, iPhone, iPad или Android планшет. Просто переходи по ссылочке в описании, выбирай нужную ссылку и качай себе Hustle, потому что она идет абсолютно на любом устройстве и вообще не лагает. Да, в игре возможно есть какие-то фризы или что-то еще, но разработчики стараются быстренько все это исправлять. И также ты можешь, если заметил какой-то баг, обязательно напиши в группу разработчикам, что так и так, я вот заметил, что когда в тачку садишься, там глюк какой-то. И они скажут: все, дружище, бро, спасибо, мы это исправим, потому что они могли это просто не заметить. Поэтому будьте вот так вот добры, старайтесь помогать тоже разработчикам игр, и тогда игры будут становиться намного лучше. Поэтому, дорогие друзья, обязательно всем советую и рекомендую просто играть в Hustle и тем более попробовать выбивать вот такие вот тачки, потому что это действительно топово. Я вот выиграл и ой-ой-ой, какая вот непонятная штукенция произошла. Мотоциклист просто пошел на обгон. Вот это да. Поэтому будьте аккуратны, играйте и пробуйте вводить мой, кстати, промокод, чтобы получить много денег. Я думаю, что проблем с этим у вас точно не возникнет. Ну а если у вас не получится по каким-то причинам установить игру, то по ссылочке в описании я оставлю ссылку на ролик, в котором я подробненько объясняю, как играть в Hustle Online, как ее скачать. Все, в принципе, легко. Но я вам скажу, что эта игра есть в Play Market и в App Store, поэтому скачать ее очень легко. Главное, скачайте, да, и введите промокод ТОП. И будет вообще все очень топ. Поэтому, дорогие друзья, в принципе, на этом все. Кодовое слово «Новенький Vito». Все, кто напишет слово «Новенький Vito», обязательно попадет в мое новое следующее видео. Ну а с вами был Личи, и всем до скорых встреч!